Эй, есть кто дома? Тейлер? Не ожидала, что ты придешь так. Будь паинькой и включи духовку. О, и налей нам пару бокалов шампанского из холодильника. Я буду готова через минуту. Детектив Майлз, вы знаете, какой сегодня день? Ну, Рождество уже было, значит, 4 июля. Нет, это летом. Нет, я сдаюсь. Тайлер. Ладно, ладно, детка. Ровно 2 года назад я встретил женщину своей мечты. Хочешь, включим музыку? Я бы потанцевала. Подробно доложил мне о том, что было в банке Нейзер & Джонс. Он подчеркнул, что один из работников вел себя странно. Это был некий Лукас Кейн. Теперь у меня есть все части головоломки. Нужно просто собрать их воедино и вычислить убийцу. На своем столе я разложил информацию из Нейзер & Джонс, а на столе Тайлера — улики из забегаловки. Личность убийцы была где-то здесь. Оторванный кусочек соответствует странице, обнаруженной на столе Кейна. Нет сомнений, он оторвал закладку от этой страницы. Я нашла первую связь. Чтобы доказать, что Кейн тот, кто нам нужен, потребуется еще одна. Валенти. Алло, Карла, это Гаррет. Я звоню, чтобы сказать, что я отправил тебе результаты анализа отпечатков пальцев с той ручки. Они уже должны быть в твоем имейле. Отлично. Спасибо, Гаррет. Я сейчас посмотрю. Тебе отправили список адресов, по которым такси доставляли пассажиров с улицы, на которой расположена закусная, в ночь убийства. Он должен прийти по факсу. Спасибо. Пока. Пока. Нет никаких сомнений. Отпечатки из ресторана и на ручке принадлежат одному человеку. Теперь нет никаких сомнений. Убийца из забегаловки Лукас Кейн. Нужно немедленно сказать Тайлеру. Извини, детка, нужно ответить. Может быть, что-то важное. Тайлер, нет! Привет. Тайлер, его нашли. Я выезжаю. Тайлер, я тебя предупреждаю. Если ты сейчас уйдешь, я тебя не прощу. Я быстро, детка. Сядь, выпей немного шампанского, ты даже не заметишь, как быстро я вернусь. Извини, Сэм, но это действительно важно. Ну как же я? Я тебе не нужна! Тайлер!